тебя там все нормально? У меня все отлично, а что такое? Ага. Сидишь, значит, в своей беседке там, да? Да, это моя беседка, я ее сама построила. Ага. А меня в нее приглашать не хочешь, да? Ну, у тебя вон вроде как своя беседка есть, а это моя беседка, нет, нельзя. Ну вот смотри, если ты хочешь, ты можешь прийти в мою вот эту беседку, пожарить здесь шашлычки, посидеть со мной, а потом мы можем пойти в твою беседку немножко вот это отдохнуть. А зачем мне твоя беседка, когда у меня есть своя собственная беседка? Вот, собственно, вылизана, построена, вот шикарнейше сделанная беседка, а? Ну, потому что все наши постройки, они общие. Все ресурсы, которые мы владеем, у нас тоже все общие. Почему ты не можешь меня в свою беседку вот это пригласить? Ты чё, жадная такая? Потому что эта беседка была построена на стриме, а то, что строится на стриме, то моё. Вот такая логика, понял? Нифига себе, то есть если я в своем городе захочу прогуляться по парку, да, вот такой вот ля-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 
время. Можно я в нее зайду? Нет, нельзя. Это частная территория. Нифига себе, мать, ты вообще оборзела. Честное слово, ты если хочешь, пойдем в мою беседку. Вот, вот пошли в мою беседку, иди сюда. Слушай, я не пойду в твою беседку, она маленькая, она беспонтовая, она некрасивая, моя лучше. Ты чё-то я вообще не понимаю. Пусти своего мужика в дом посидеть с тобой в беседке! Ой, ты раскукарекался, слушай. Короче, заходи, бесишь уже, заходи. Это я... Ты, просто вот представь, она... У меня слов нет, чтобы тебе описать, какая ты жопа. Присаживайтесь, молодой человек. Спасибо большое и на этом. Ой, какую беседку она построила. Ой, вот, из-за этого ты меня в нее не хотела пускать столько времени, да, получается? Ну, послушай, ну это единственная моя постройка, которая получилась крутой, красивой, она мне самой нравится. Поэтому я не хочу, чтобы ты тут что-нибудь сломал или мистер Крипер что-нибудь взорвал. Ну, правда, ну, ты не обижайся, честное слово, как бы, ну, пойми. Ага. И ты меня и хоть, ты меня сюда не пускаешь, потому что я могу что-то сломать. Вообще-то ты всегда всю жизнь все ломаешь, а не я. Мне просто страшно за эту беседку. Вот и все. Ломать это всегда просто, а не просто строить что-то новое, что еще не сломано до сих пор. Запишем это в народную мудрость. Ты голоден? У меня вот картошечка печеная есть. Давай, да, я не против. О, давай, ты мне картошечку печеную, а я тебе рыбку жареную. Держи. О, вот это хорошо. На гриле жарю. Ну все, хватит жопу сидеть, пошли давай за мной. Посидели, посидели и надо меру знать. Все, давай за мной. Ты мне обещала, ты обещала мне кое-что в предыдущей серии. Как бы беседки вот эти беседками одно дело, но нам нужно строить то, что нам подписчики говорили построить в предыдущей серии, потому что мы забыли про наших детей. Кстати, я здесь фонари построил, поэтому у нас здесь уже красота. Мы дом должны построить для наших вот этих вот кого? Крольчатина, что ли, ты пушистый? Как бы, да, именно ее. Мы молодцы, потому что мы построили дом для Лами. Это как бы не я сам себя вот это хвалю, это подписчики меня хвалили, и Катю тоже, то, что мы построили наконец-то дом для наших Лам. И притащили еще новую Ламу, вот эту Жасмин. А сейчас вот эту вот крольчатину в меду надо перенести куда-то в другое место, потому что подписчики там уже бомбят в комментариях то, что мы забыли про них. Слушай, у них сладкая жизнь, они купаются в меду, у них все хорошо. Ну, я как бы тоже придерживаюсь такого мнения, но подписчики говорят то, что у них даже крыши над головой нет, вот то... А Каролину зачем закукарекала? Ну, мясо хочу просто, жареного. Короче, давай просто не будем спорить с подписчиками, возьмем эту крольчатину и перетарабаним в другое место, которое сейчас построим с тобой. Ты так пошли строить, пошли. А мясо-то забирать будешь? Каролину зарубасосила, а мясо не забрала. Да как мне туда попасть? Это надо сейчас все ломать, потом эти попугаи... Ой, попугаи, зайцы выбегут. Пипец, короче, не забрать никак. Вжоньк, 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 мяу. Слушай, это что такое, а? Это трасса, что ли, для гоночных игр? Для картинга, там, для драгрейсинга? Что это такое? Это нет, это не карта для гонок. Это наш будущий сарай.
тут будет огромный сарай, где будет очень много животных, вот. А, типа фермерские животные, да, там коровы, курицы, зайцы, да? Ну, типа вот того, вот. Поэтому я уже тут расчертил траекторию нашей постройки. Здесь у нас будет сарай, здесь у нас будет дворик. В сарае, наверное, будет крольчатина, на улице у нас будет коровятина, а здесь будет свинюхятина, вот. Свинюх у нас, кстати, нет до сих пор, поэтому надо будет кого-то приручить. Вот, а сейчас подойди сюда, подойди сюда. Надо вскопать тайный клад, который зарыт под деревом, поэтому иди его вскапывать прямо сейчас. Какой клад? Под деревом иди вскопай клад, который я подготовил. Под каким деревом, ты мне скажи хоть? Под деревянным деревом, там клад зарыт. А, я тебя поняла. Так, дерево, деревянное дерево. Подсказка. Лук, батун. Вижу. Ни слова больше. Нифига тут ресурсов! Забирай все ресурсы и притаскивай сюда, сейчас будем сарай строить для поросенков! Бочка, еловое бревно, дубовое бревно, понятно. Так, прораб главный на этой территории, куда эти бочки пиндюхать? По всем углам нашей постройки, вот так, как здесь, вот! Окей, поняла. Пока правильно получается? Ну вверх бочки, чтоб смотрели, вверх, а не в сторону! Это в сторону! Вверх! Как я тебе так сделаю? Я не умею! Под себя поставь! Ой, ну что, сразу нельзя было сказать? А почему лопатой бочку ломаешь, она же деревянная, топором? Отстань! Так? Так! Ура! Топор в руки возьми! Отстань! Ну ты дуримонда, честное слово. Лопатой тоже сойдет, пока я этот топор найду, блин, 100 лет пройдет. 4 получается. Здесь тоже 4, а потом по центру 5 получается. В принципе, Катя, все запланировано, все готово. Надо начинать строить прямо сейчас, Катюха. Ты опять в архитектора играешь, скажи, да? Ты опять сейчас что-то вот такое возведешь, такое шикарнейшее, что прям потом в музей всемирный попадет, да? Да, огромный такой, огромный, да, построй. Поэтому держи вот эти еловые бревна. И на вот эти 4 бочки, 1, 2, 3 и 4, по 4 бревна вверх. Ой, бочку открыла. Ой, у меня бочка открывается. Хо-хо. Шифтом подпрыгивай, шифт нажми и подпрыгивай. Как сложно. Вот, 1, да, 2, 4, да. 3, 4. Делай так со всех сторон, и я буду начинать строить вот здесь. Здесь нужно на 5 поднимать. Здесь у нас будет вход в наш сарай огромнейший. Ой, мне так нравится строить, мне так нравится чувствовать себя нужной. Ага, а когда строишь беседку свою, даже туда меня не пускаешь, да? Ну, потому что это моя беседка. Ну вот сарай будет твой, я для тебя его построю, жить тут будешь внутри. Зато тепло будет, скоровятика. Ну а теперь в дело идет Катюшка, стенострой. Сейчас мы как эти стены понастроим, вот так возьмем и понастроим. Прям панасоник получается какой-то, понастроим. Так, все нормально? Ты ровно хотя бы их строй, почему там наперекосок, здесь наперекосок? Вообще все неправильно. Ну рисунок такой будет, нет, что тебе не нравится? Нет, все ровно, сноси к чертовой бабушке. Ладно, придется взять топор. Наконец-то. Сейчас все перестроим, начальника, не переживайте, начальника. Все нормально, начальник. Ну, вот такие крольчатьи хоромы у нас получаются. Оцените на начальном этапе, как у нас тут все. Стены построены, Катька, стенностроитель все заварганила. И сейчас, Катюха, будет самое приятное, что только существует в Майнкрафте. Бери топор в руку, потому что только с топором это можно сделать. И по всем этим блокам нажимай правой кнопкой. Надо срубить вот эту кору дерева. Прям правой? Офигеть, это так приятно. Это очень приятно. Можно я все это сделаю? Можно? Ничего не трогай. Я ничего не трогаю. Я пойду вообще заборы ставить. Давай, делай все сама. О, почему ты мне раньше это не показывал? Я тебе показывал, ты просто забыла, походу. Тим-пилим. Я теперь не Катюшка стенастроить, теперь Катюшка карачист. Катюшка бобер, короче. Да. Так, выстраиваем это вот до сюда, залезаем на подмостки и начинаем строить крышу, потому что крыша прям огроменная, ее надо качественно сделать, вот так. А мне что делать, я тоже хочу что-нибудь делать, дай мне что-нибудь делать, пожалуйста, я тоже хочу что-нибудь делать. Ты подмостки держи, чтобы они не упали, вот просто держи, хорошо, я по ним буду ходить и строить крышу.
Ну, они же и так сами стоят уже. А ты держи, чтобы они еще крепче стояли. Ну ладно. Строишь, значит, да? Угу. Понятно. Строишь без меня, то есть сам берешь блоки, сам их ставишь, да, мне ничего не даешь строить, да? Ну хорошо, ладно. Крышу, да. Ну, то есть я крышу не могу построить, да? Я фигово строю крышу, по-твоему. Ну да, я считаю, что да. А, ну то есть ты лучше всех крыши строишь, такой крышестрой прям, да? Ну лучше, чем ты, 100% я крышу строю, да. Ну да, ты крышеснос, конечно, понятно, да, ясно. Да. Ну строй сам крышу. Я строю, спасибо, да. Ну строй. Я строю, да. Строй. Фиговая крыша получается, если честно. Ты очумела, ядрить колотить, иди подмостки держи! Ты сломал эти подмостки! Значит, плохо держала. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку, мой мальчик! Как дела? Ты достроил? М? Ой! Детство в жопе заиграло! Ну а ты мне скучно, ничего не даешь строить! Блин, сам тут все строишь, мне ничего не даешь строить, ну конечно! Ставь заборчики и учись, как все это надо строить. Потом наоборот будешь благодарна мне. По сторонам ставь заборчики, давай. Вот так? Да, вот так. Молодец, давай. Эть, вот видишь, как я умею строить, а ты мне ничего не доверяешь. Ну... Какой ты молодец. Ну слушай, какой вход красивый получается. Это, по-моему, одна из самых лучших твоих построек. Вот честное слово, даже вот не преувеличиваю нисколечки. То есть, а вот это вот не считается, да? Ну, это... Это тоже одна из самых лучших твоих построек. Ага. Ну, не на первом месте, конечно. То чувство, когда сарай построил лучше, чем эльфелеву башню. Ну, спасибо за такой комплимент, спасибо, Кать. Да, пожалуйста. Ну, знаешь, что у меня на первом месте стоит по твоим постройкам? Ну, давай, удиви меня. Вон то розовенькое здание под названием Катя Крафт. Вот это ага, лучше, что ты мог построить. Потому что оно твое, поэтому оно на первом месте, да? Ну да, конечно, как же еще. А сейчас, Катюшка, совместная работа. Давай, погнали. Ставь. С этой стороны надо вот так. Ту-ту-ту. С этой стороны ту-ту-ту. Потом ту-ту-ту. Так, второй блок. И снимаем кору. Заборчики. Здесь у нас будет крольчатина или коровятина. Я пока что не определился. И сверху вот сюда надо все это закрыть кострами. Давай, я ставлю костры вот сюда, а ты их туши лопатой. Давай. Лопатой, я помню, да. Ага, все, давай, туши. Так, вот так. Во, понимаешь, все тихо, я умею, я могу. Только давай быстрее, а сейчас сгорит все к чертовой бабушке, так туши! Подожди, я не успеваю за тобой тушить! Туши, быстро! Я не успела! Мы сейчас сгоримся здесь к чертовой бабушке, ты что творишь? А на костры-то зачем прыгать, ты же умрешь сейчас! Я лучше потушу эту постройку, ну... Погибну. Настоящий Катюшка пожарник. Да я вроде не погибла, все нормально, и пожары потушила. Все. Ой, вы опять тут что ли? Так мы уже все достроили, вы все проспали. Нам осталось только вот пару деталей, пару каких-то вот дизайнерских элементов добавить. Вот так вот. И все, в принципе. Пока Катюшка занимается постройкой травы на нашем участке, я здесь забабахаю сено, потому что как бы все же сарай, должно быть все красиво, везде, где только можно, надо забабахать вот так сено. Осталось повесить фонари, потому что в темноте жить не хочется, и все, якотижопик, наш гараж готов! А где машину мы возьмем? Сарай, в смысле, не гараж, сарай перепутал, сарай наш готов! Так, пошли за животными. Ну иди, давай, тащи крольчатину. Так, а у меня поводков нету. Ну иди, возьми поводки и тащи крольчатину. Все, я знаю сама все, что надо делать. Тихо. Давайте, дети мои, новоселье у вас, новый дом, ключики уже у вас, проходим, не толпимся. Че, куда их расселять-то? Говори. Сначала затащи всех внутрь, потом там расселим, давай. Так, выбирайте себе кровать, кому окна, кому туалета, давайте. А ты по одному животному не могла привести, сразу всех привела, почему только один кролик, почему два кролика, если там три было? Один потерялся, извините. А, нифига себе, все, давай распределяй их. Заходим, не толпимся, давайте проходим аккуратно, не толкайся, это же твоя сестра, ну.
Опа, опа. Ну слушай, пока пускай все будут здесь, им здесь уютно, ты тоже там будь и не выходи, потому что они тоже выйдут. Стой с ними там, с коровами всеми. Вот. Ты смотри, как хорошо вместе смотритесь все. А я-то могу выйти? Чё я здесь забыла-то? Нет, стой там, стой в сарае, ты пока за ними будешь приглядывать, пока я не вернусь, хорошо? Ну ладно, давай, только давай скорее. Все хорошо, до завтра, завтра вернусь и вытащу тебя отсюда, ага. Какой до завтра? Давай быстрее! Ну, последи за коровами, чтобы они никуда не пропали! Ну, я слежу. Привет, корова. Стой там, я скоро вернусь. Ты пока можешь там полюбоваться нашим сараем, он же крутой получился, красивый, да? Ну да, ну блин, давай как бы это, пооперативнее, я тут это... Я прям быстренько, я вот пойду, посижу здесь в одном месте немного, поделаю все дела... Вот туда, куда ты меня в начале серии дрить, колотить, пускать не хотела. Приду, и мы там продолжим, хорошо? Ладно, хорошо, жду, давай. Да, все же какая красивая беседка. Хорошо, что здесь Кати нет, и она не видит. Ты что, дурачок, что ли? Я ж тебя слышу. Если я тебя не вижу, значит, что я не слышу тебя. Мы ж по Дискорду с тобой разговариваем. Ты где? А, ну, кстати, да, логично. Я вижу тебя, иди сюда. Ты меня ненавидишь? Я говорю, я вижу тебя! Ну я всего лишь на минутку забежал! Кать, успокойся, пожалуйста! Кто сюда зашел, тот больше отсюда не выйдет, понял?